Меня зовут Анна Ганшина, я преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения. Сегодня отвечаю на вопрос и поговорим мы о Дэвиде Финчере. Там что меня спрашивали, как бы сказать, мои отношения, какие-то его особенности и изюминки. Вот надо сказать, что говорить о том режиссере, который тебе нравится, гораздо легче, а Финчер мне не нравится, как это ни странно. И поэтому сейчас я попробую проанализировать и объяснить, в чем причина для меня. Да? Смотрите, да, в каждом... Вот мы иногда испытываем некое отторжение. Да? То есть мы не можем понять, почему. Часто это происходит на уровне такого понятия, как посылка. В каждом фильме существует некая посылка. По поводу этого надо читать Лаэша Эгри, советую всем. Значит, это некое утверждение, которое заложено на самой глубине фильма. Это послание автора, это его утверждение. И действительно, если вы его не принимаете внутренне, да, то вам трудно смотреть этот фильм. Ну, например, там «Ромео и Джульетта», «Любовь сильнее смерти». Понятно, что это не написано на флаге, но тем не менее это подразумевается. Или там «Деньги сильнее всего». Или что-нибудь в этом духе. Так вот, какое же, очевидно, послание транслирует Дэвид Финчер, которое мне неприятно. Попробую проанализировать. Вот смотрите, да, когда смотришь его фильмы, то получается, что в финале происходит очень интересный поворот, когда происходит неожиданный финал, где что-то переворачивается, да, и склеивается положительный герой с отрицательным, да, и все поворачивается на 180 градусов. И таким образом это получается похоже на ленту Мёбиуса, да, и ты попадаешь в замкнутое пространство, и по этой ленте ты можешь двигаться бесконечно. Но лента Мёбиуса – это плоскость, а есть еще понятие бутылка Клейна. Это лента Мёбиуса в пространстве. То есть ты попадаешь в пространство, замкнутое само на себя. И мало того, что это замкнутое пространство, так плюс там нет еще различия между положительным и отрицательным. Да? То есть одно перетекает в другое. И надо сказать, что я нашла цитату, где Финчер говорит об этом. «Мне неинтересно делать фильмы, на которые люди идут, чтобы за кого-то болеть, как на футбол. Идут и спрашивают себя, на чьей же я стороне, кого выбрать, какая команда симпатичнее. Слишком часто мы пытаемся определить, кто из персонажей борется за нашу симпатию. Мне такие фильмы неинтересны по определению, они, по-моему, просто скучны». Вот. В «Бойцовском клубе» меняются. Ну, то есть персонажи замыкаются сами на себя, это герой и его тень. А в «Исчезнувшей» муж и жена, да? Значит, в «Семи» и так далее. Да? Таким образом, я когда начинаю смотреть фильмы этого режиссера, я сразу понимаю, что в финале я попаду в замкнутое пространство, и мне оттуда не выбраться, и выхода нет. И вдруг я понимаю, что основное послание этого режиссера – это большая табличка с надписью «Выхода нет». И таким образом... Зачем мне это надо-то, думаю я, и не принимаю это. Значит, кстати, такой же похожий трюк. Вот недавно мне случилось посмотреть фильм «Неуязвимый». Да? Сейчас скажу фамилию режиссера. Шьямалан. Да, то есть это тот, который «Шестое чувство» снял. Там то же самое, да, там два главных персонажа, то есть герой и его тень, белый и черный, они в конце замыкаются друг на друга, меняются местами, и смысл начинает перетекать из одного в другой. И такое же чувство замкнутого пространства. Вот, очевидно, фильмы такого рода нравятся людям, которые разделяют это послание о том, что выхода нет и мир замкнут. И как бы, а я бы сравнила это с посланием неродившегося, да? То есть это как будто бы человек находится в утробе матери, но желание родиться у него есть, но выхода еще нет. Вот. А так как отношения, я не могу это экстраполировать на весь мир, и вот это состояние выхода нет, меня, конечно, отторгает. Вот. Надо сказать, что потом, посмотрев всячески
записи интервью по поводу творчества Финчера я нашла вот у Антона Долина, это кинокритик, который явно увлечен Финчером. Действительно, говоря о кинематографе Финчера, многие зрители не находят лучшего определения, чем клаустрофобичный. Вот. Это мотив навязчивой боязни замкнутого пространства и не менее навязчивого стремления к этому пространству. Закрытое пространство и прежде всего тюрьма, в которую никто никогда не попадает по ошибке, ну и так далее. То есть, значит, как бы мои ощущения, ну, подтверждаются и другими мнениями. Это не значит, что это плохой режиссер, конечно же, нет. Он прекрасный режиссер, он абсолютно четко выражает свою мысль, он мастер. Вот, но просто та посылка, которую он транслирует, как бы мной не принимается. Поэтому я чувствую вот такое чувство по отношению к этому режиссеру. Спасибо.